Министр связи Донецкой Народной Республики Виктор Яценко в ходе брифинга рассказал, что же на самом деле происходит с мобильной связью в ДНР. По словам главы ведомства, представитель компании «Водафон» Виктория Рубан высказала мнение, что никакое официальное заявление со стороны республики они не примут. Кроме того, на обращение Минсвязи ДНР о возможности усиления сигнала базовых станций, расположенных на территории Украины, Рубан ответила, что это невозможно. Очередной раз подчеркиваю тот факт, что компания «Водафон» на самом деле не заинтересована в увеличении, в повышении качества услуг. Также отмечается неоднократно, что украинское законодательство не разрешает вести никакую коммерческую деятельность компании «Водафон», несмотря на то, что карточки «Водафон» все эти 3 года отлично реализовывались в Донецкой Народной Республике. Отсюда у нас есть очередное предложение, которое мы хотели бы официально подсветить через средства массовой информации, обращение к компании «Водафон» МТС Украина о том, что мы имеем возможность технически принять их сигнал, транспорт, в городе Ростове-на-Дону, это Российская Федерация. Как мы знаем, основным бенефициаром «Водафон» Украины является все-таки российская компания МТС Россия. И если им запрещено иметь какие-либо контракты и контакты с представителями Донецкой Народной Республики и юридическими лицами Донецкой Народной Республики, то у нас есть достаточно серьезное предложение о том, чтобы «Водафон» рассмотрела возможность стыка в городе Ростове-на-Дону, где мы могли бы забрать это присоединение и через те магистральные линии, которые подконтрольны только Донецкой Народной Республике, они находятся непосредственно в тылу, то есть сразу отпадает история с проблемой восстановления магистральных кабельных соединений на линии разграничения. Таким образом, мы могли бы в части гарантированных каналов в сторону Донецкой Народной Республики решить вопрос у стыка коммутационного оборудования «Водафон» и непосредственно ядра «Водафон», которое, можно сказать, отвечает за нашу территорию, которая располагается в Харьковской области. Также Виктор Яценко заверил граждан республики в том, что оператор «Феникс» не собирает личную информацию о своих абонентах. Мы ни у кого не берем никакие паспортные данные в случаях, кроме когда идет продажа стартовых пакетов. Это идет исключительно в отделениях Почты Донбасса, либо это в отделениях «Феникса». И, то есть это у нас крайне зарегламентировано, никто не будет не спрашивать ваши. И, конечно же, когда идет обращение в колл-центр, оператор колл-центра может верифицировать при запросе. Но это исключительно, когда вы производите звонок на горячую линию 411. Если вы столкнулись с действиями мошенников, сохраните номер мобильного телефона, с которого поступил звонок, и сообщите по любому номеру, который вы видите на экране. Кроме того, министр связи совместно с директором республиканского оператора связи Андреем Рудниченко рассказали о состоянии мобильного оператора «Феникс» на сегодняшний день. На сегодняшний день мы имеем практически 300 тысяч подключений за январь месяц, а за весь предыдущий год, 2017, у нас было 355 тысяч подключений. Соответственно, столь масштабная лавинообразная тенденция подключений, конечно же, напрямую связано с тем сервисом, который мы можем предоставлять. И поподробнее, как мы справляемся с этой задачей, вот как раз расскажет нам Андрей Евгеньевич. Для всех нас факт отключения работы компании «Водафон», он же МТС, на территории Донецкой Народной Республики, он был вполне прогнозируем. Помимо технических аспектов, все мы прекрасно понимаем, что в первую очередь, к сожалению, для нас всех это экономически выгодно Украине. Выгодно в каком плане? Ну, банально, у нас остались сотни тысяч пенсионеров, которые до этого получали украинскую пенсию, которые на сегодня лишены этой возможности, хотя бы потому, что им не приходят смс-сообщения от того же чат-банка, на которых у них оформлены карточки. Это миллионы, десятки, если не сотни миллионов заблокированных гривневых счетов. То есть ни для кого, опять-таки, не секрет, что люди, находясь на территории Донецкой Народной Республики, они имели все-таки банковские карточки украинские и с помощью СМС-верификации могли осуществлять какие-то транзакции. Ну, одно из подтверждений тому – это та же платежная система Киви, которая, ну, скажем так, работает на сегодня с большим трудом по той же самой причине. Ну, и поэтому сказать, что это сугубо техническая проблема, ну,
К сожалению, наверное, это немножко не так. И все мы вспоминаем, с чего начиналось это отключение МТС, то есть по заявлению компании МТС. Это было повреждение волокон оптической линии связи в районе поселка Еленовка. В конечном итоге этот кабель был восстановлен в районе города Счастья Луганской области. То есть, ну, скажем так, явные технические нестыковки, как бы видно, явное нежелание компании МТС возобновлять свою работу на нашей территории. Первые буквально 2-3 дня после отключения МТС действительно наша сеть республиканского оператора «Феникс» находилась в состоянии, мягко говоря, большого перегруза. То есть, ну, этот факт нельзя отрицать. То есть, ну, вот первые 2-3-4 дня очень тяжело было куда-то дозвониться. Причины этому две. То есть, первая причина, да, это рост количества абонентов, хотя за первые 4 дня он не был таким значительным. То есть это было плюсом всего лишь, ну, в районе 50 тысяч абонентов. Ну, в основном сыграла, конечно, паника среди населения, то есть люди пытались всеми мыслями, немыслимыми способами вот связаться с родственниками, друзьями, сообщить, что у них более-менее все хорошо. Ну и, собственно говоря, вот этот лавинообразный рост количества звонков привел к большому количеству отказов на сети. Но на сегодняшний день мы наблюдаем уже на протяжении недели, что работа сети, она действительно нормализируется. Что касается конкретных действий, которые были предприняты нашей компанией, ну, во-первых, начиная с декабря месяца, то есть декабрь-январь, мы переоборудовали большинство базовых наших станций, которые у нас уже были в эксплуатации, то есть это по городам Донецк, Макеевка, это Шахтер, Старец, немножко по Новоазовскому району. Ну, таким образом расширили количество каналов. Но, видя ту ситуацию, которая у нас сложилась с отключением МТС, мы были вынуждены в экстренном режиме начать вводить в эксплуатацию базовые станции бывшего оператора «Лайф». И на сегодняшний день уже 127 базовых станций бывшего «Лайфа» тоже интегрированы в нашу сеть и введены в эксплуатацию. Это 8 месяцев труда персонала «Феникса». Это самообучение, это поиски решений, как запустить это оборудование. Это совсем не просто, это другой вендор, это другого поколения оборудования. Отсюда мы рассчитываем получить более высокий сервис связи, соответственно, повысить качество, повысить плотность покрытия во всех наших крупных городах. И, конечно же, как, ну, было сказано морально, но физически мы не были не готовы, потому что если бы это случилось 2 месяца спустя, и Украина бы отключила нас от МТС Украины там, в апреле или в конце марта, был бы совсем другой результат, и не было бы такого коллапса. И, конечно же, и сим-карт у нас не было в достатке. В том объеме мы тоже не планировали, что МТС так длительно уйдет в отключение. И, опять же, мы не были готовы по производству, и до сих пор завод, где мы размещаем, у нас есть определенные лимиты по производству, мы пытаемся расширить. Соответственно, связано это с тем, что мы заказываем современные USIM, которые предполагают, конечно же, наличие работы в сети 4-го поколения, 3-го поколения. Отсюда есть определенные издержки, что, ну, все операторы, там, понятно, что мы их производим в Российской Федерации, достаточно активно тоже размещают свои заказы. Хочу сказать, надо отдать должное. Нам идут навстречу, пускают нас в приоритет печатать сим-карты, но остается проблема, и мы можем не более 100 тысяч, пока планируем увеличить, доставлять в Донецкую Народную Республику сим-карты. Так что запуск «Лайфа» — это действительно продолжительная, сложная, высокотехнологическая работа, потому что в Донецкой Народной Республике не оставалось того технического персонала, который был по-настоящему квалифицирован, имел бы навыки ранее в эксплуатации подобных сетей, и, можно сказать, их буквально вырастили за этот прошедший год. Я думаю, что, ну, максимум еще неделя-две, и мы выйдем на те показатели качества, которые у нас были до вот этого аврального отключения МТС. Ну и, собственно говоря, мы вернемся опять, скажем так, к дозвону с первого раза. Что касается дальнейших перспектив работы, опять-таки мы, презентуя работу нашей сети 3G в тестовом режиме в конце декабря этого года, мы обещали, что, ну, где-то январь-февраль мы восстановим полноценную работу этой сети, ну, скажем так, наладим полноценную работу сети 3G и введем ее
уже в коммерческую полноценную эксплуатацию. То есть мы от этих обещаний не отказываемся. И в наших планах в конце февраля, в начале марта этого года все-таки это осуществить для того, чтобы не было неудобного на сегодня перехода между сим-картами, между сетями, для того, чтобы человек, пользующийся сетью 3G, мог безболезненно осуществлять не только передачу данных, скажем так, работу в интернете, но и, конечно, звонки по этой сети 3G. Алина Черняева, Алексей Полянский, Новороссия ТВ.